Здравствуйте, дорогие телезрители! С наступившим Новым годом и наступающим Рождеством Христовым вас! Мы в реставрационном центре имени академика Грабаря. Я стою рядом с копиями, реконструкциями фресок Церкви Успения Пресвятой Богородицы, которая находится в селе Мелётово Псковской области. И наш сегодняшний выпуск передачи «Хранители памяти», первый в этом новом году, непростой. Посвящен он проблеме сохранения этих уникальных фресок и самого памятника церковной архитектуры середины XV века. Ну, этот храм, на самом деле, к сожалению, не так широко опубликован и мало изучен и мало известен. Скорее, это действительно среди специалистов, которые занимаются древнерусской живописью и конкретно псковской. Потому что действительно это яркая такая живопись с точки зрения иконографии и стилистики. С точки зрения своего художественного подхода на сегодняшний день она с трудом различается. То есть и без света, специального света, ее даже трудно увидеть. Очень большая часть живописи утрачена в ходе такого исторического бытования. И, с другой стороны, те фрагменты, которые сохранились и были открыты в 60-х годах, первая реставрация проходила в 20-30-х годах, и постепенно этот храм открылся уже во всем великолепии после реставрации 60-х годов. В этом храме особым образом можно почувствовать полет и свободу иконописцев того времени. То есть чаще всего у нас есть такой образ, и у большинства людей образ иконописи и монументальной живописи довольно традиционного характера. Здесь же она буквально такая экспрессивная и порывистая. То есть она удивляет своей напряженностью, своей силой и экспрессией. Но увидеть это визуально очень сложно. Это скорее действительно возможность после длительного изучения этой росписи или достаточно подготовленного человека с точки зрения насмотренности, с точки зрения погружения в древнерусскую живопись, конкретно, еще раз подчеркиваю, псковскую живопись. Потому что псковская живопись действительно не случайно выделяется из общего контекста древнерусской живописи. И здесь можно добавить, что этот храм особо интересен тем, что там сохранилось несколько совершенно уникальных сюжетов. Уникальных сюжетов, которые в других храмовых росписях никогда не повторялись, и прежде мы их не видели. В том числе чудо со скоморохом. В основе фрески сюжет о том, как у скомороха Анта, который в своих песнях богохульствовал, понося Пресвятую Богородицу, отсохли руки и ноги. После чистосердечного раскаяния Матерь Божия исцелила скомороха, и он стал уже не хулить, а прославлять Пречистую. Мимо этого ряд сюжетов довольно интересных, например, сцены из земной жизни Христа. И в целом, конечно, можно говорить о том, что сама по себе композиция храма, монументальная композиция храма, она не имеет прямых аналогий в других памятниках. По крайней мере, на меня личное сильнейшее впечатление произвело посещение храма. Там есть два компартимента таких, которые малого формата. То есть такие малые форматы обычно как-то выпадают из росписи или из композиции росписи, которые находятся перед алтарной зоной. И в этих компартиментах, которые буквально, можно их описать как, то есть это в виде какой-то такой маленькой башни, шириной не больше метра, и такой стакан, поднимающийся вертикально. И там изображены четыре святых. У меня была возможность подняться туда, посмотреть это, и ты оказываешься настолько в замкнутом пространстве, а когда спускаешься ниже, там внизу тоже ряд довольно уникальных сюжетов. Это ожидающее воскрешение святые, лежащие в гробах. То есть, на самом деле, этот ассоциативный ряд совершенно неожиданный. Я никогда прежде такого не видел, что эта архитектурная
малое зауженное пространство, оно действительно вызывает ассоциации гроб, там, и вот какое-то ощущение. И мне кажется, что свои какие-то личные качества, когда художник писал это, он передал даже через вот эти сюжеты. Это довольно интересный и уникальный, мне кажется, случай. С точки зрения состояния сегодняшнего храма, то действительно тут большую часть оценки – это дело специалистов, архитекторов, специалистов по монументальной живописи, которые были вот осенью с методическим советом и определили, что действительно аварийность этого храма. И, конечно, этот храм требует комплексной реставрации, которая включает в себя и архитектурную реставрацию, и живописную реставрацию, то есть монументальные живописи. И наша задача предварительно как бы вот обратить внимание, потому что действительно эта комплексная реставрация требует действительно и больших усилий, больших исследований. И в этом, естественно, будут участвовать ведущие в этой области специалисты и организации, как вот межобластное научно-реставрационное художественное управление, архитектурные какие-то реставрационные организации. И мне кажется, что то как бы отношение к этому памятнику, которое находится в стороне от каких-то туристических таких маршрутов, потому что на сегодняшний день это заброшенная деревня, по сути дела. То есть там живет одна семья смотрителей, да, и летом там появляется какое-то количество дачников. А в целом это довольно интересное и ландшафтное место. То есть это пересечение зон влияния Новгородского, Псковского княжества и Московского княжества. То есть действительно это требует и изучения, и достаточно такой планомерной подачи, то есть подготовки к взору на этот памятник со стороны и государственности, формирования российской государства. Мне кажется, что это важный контекст, который в будущем и должен как-то быть включен и в программу последующего показа и каких-то туристических маршрутов и разработки вообще концепции дальнейшего существования как бы музейном пространстве этого памятника. До начала века, прошлого века, в конце 19 века, насколько мне помнится, в этом месте жило до 6 тысяч человек. То есть это было такое торговое, достаточно развитое место. И получается, на протяжении как минимум 4 столетий, даже больше 5 столетий, это действительно был определенный какой-то такой и торговый, и духовный центр. Вот, достаточно самобытный и самостоятельный, и именно это, в свою очередь, повлияло на то, что, с одной стороны, там был создан вот этот Успенский храм Нелетовский, но рядом с ним находится еще другой храм, более позднего времени. И он в еще более худшем состоянии, то есть он просто буквально там через 30 метров. И когда смотришь на его обрушенную крышу, на трещины, полную разруху, то это, знаете, как некий такой пример, что вот и древний храм постепенно вот может так и разрушиться, и прийти в такое состояние. То есть на самом деле там и к этому еще эмоционально добавляется окружающее эти храмы и кладбище, то, в общем, на самом деле картина действительно достаточно печальная. Расскажите, пожалуйста, вот здесь, вот я так понимаю, копии, сделанные Адольфом Николаевичем Овчинниковым. Да, можно подробнее про них, про его работу? Прежде всего, хочется отметить, что копии предполагают повторение, можно сказать, репринт того изображения, которое копируется. Адольф Николаевич первоначально в 60-х годах начинал именно с этого этапа копирования, то есть именно репринтное, включая... Что значит репринтное? Это значит передача и всех повреждений, каких-то трещин, выпадов там красочного слоя, лифкаса и так далее. Именно такого рода копии находятся сейчас в Русском музее, которые мы надеемся удастся привлечь для нашей выставки. Именно эти копии действительно участвовали в показе и представлении проекта по реставрации в 60-х годах и повлияли как-то на решение в этом плане. По прошествии вот десятков лет Адольф Николаевич, можно сказать, изменил свою методику, и мне кажется, что эта методика во многом была сформирована именно во время работы в этом храме. Он перешел постепенно к идее копии реконструкции, то есть такое взаимодействие непосредственно с автором
того времени, и попытка прочесть и техническими средствами вычитать, что было написано. То есть в некоторых случаях он восполняет утраты, которые слегка читаются, но можно реконструировать как драпировки, какие-то отдельные лики, собирает в целом всю композицию. Иногда это действительно приносит достаточно интересный эффект. И мне кажется, что для будущей реставрации во многом это нельзя соотносить впрямую, что это, как там некоторые говорят, так это, наверное, как эскизы, как проекты реставрации, отнюдь не так. То есть нам эти копии реконструкции дают возможность увидеть своеобразие, прочтение, каково оно, а потом убедиться воочию, как в реальности это существует. И действительно, где, может быть, даже и поспорить с Адольфом Николаевичем. Но вот этот динамический контекст, он очень важен для того, чтобы не оставить даже далекого от древнерусской живописи человека равнодушным. Мне кажется, это очень важная задача, которую, представляя эти копии, можно решить. Адольф Николаевич всю свою коллекцию копий, калек и реконструкции передал государству. И начиная с лета этого года была организована группа, была названа реставрационной мастерской иконотека Адольфа Николаевича Овчинникова. Сейчас мы пока, то есть я организую как раз эти мероприятия и работы, и у нас первоначальным шагом это было описать коллекцию, принять ее. И в дальнейшем Министерство культуры выделило здание, которое сейчас реставрируется. И, может быть, в следующем году мы сможем устроить там первую экспозицию копий реконструкции Адольфа Николаевича. Сам по себе объем копий. На сегодняшний момент мы обработали более 1000 единиц. Среди них непосредственно копии реконструкции Мелётовских росписей, можно сказать, около 60. Это практически все сюжеты, которые можно вычитать на сегодняшний момент и в то время, когда Адольф Николаевич начинал копировать. То есть начало первой его копии относится к 61-му году. Мы, например, выяснили, можно сказать, в руках в Русском музее это держали. Там находится 6 копий Адольфа Николаевича Овчинникова. И к этому еще добавляется целый такой пласт материала, который очень интересен для реставрации. Это кальки, которые сняты непосредственно со стены. То есть они фиксируют, по ним можно определить состояние, объемы сохранности того или иного живописного фрагмента. Я думаю, что мы на выставке будем представлять и то, и другое, то есть это фотографию, по сути дела, архивный материал, и копии реконструкции Адольфа Николаевича. В совокупности с фотографиями, которые были сделаны буквально пару месяцев назад, мы сможем донести до зрителя, каков он храм, насколько он ценен, его живопись, насколько цена и насколько она важна. Выставку, посвященную фрескам церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелётово, планируют провести весной 2017 года во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Игоря Эммануиловича Грабаря. Дорогие телезрители, мы завершили рассказ из реставрационного центра имени академика Грабаря о фресках церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелётове. Всего вам доброго! До новых встреч!